Идет инструктаж. Ну и все уже готово к старту еще одного противостояния. Первый раунд. Ну и так вот сразу с мощных ударов начинается это противостояние. Фактически забрасывает сейчас тяжелейшими атаками представитель Ирака своего оппонента. Карави Хайдер Абдулритха. Джеб. Серия в корпус. Вылетает от йеменца. И здорово атакует представитель Ирака. Карави Хайдер Абдулритха. Подшагивает, переднюю руку выбрасывает. Широко держит блок боксер из Йемена. Это может повлечь за собой необратимые последствия. Опять джаб. That's okay. Box. Передняя рука и тут же по корпусу. И потом боковым завершает комбинацию представитель Ирака. Еще одно попадание. Точное, с сильной руки от Карави Хайдера Абдулритха. Тяжело пока приходится Заиду Мохаммеду Мансуру Али. Снова джеб. Еще один. Обыгрывает сейчас Карави Хайдер Абдулритха своего соперника. Поджимает. Стоп! Стоп! Харапи. Бокс. Длинные рычаги у Карави. Чем он хорошо пользуется. Сейчас здорово оттянулся. Подшаг. Раунд окончен. Итак, второй раунд сейчас начнется. Заид Мохаммед Мансур Али против Карави Хайдера Абдулритха. Чемпионат мира среди военнослужащих в Москве. В первые 3 минуты доминировал фактически представитель Ирака. Но
То же самое он пытается делать и сейчас. И, в принципе, нельзя сказать, что он испытывает какие-то сложности с этим. Хорошо использует длину своих рук. Иракский военнослужащий. Здорово, сбоку попадает. One, two, three. Нокдаун. Four, five, six, seven, eight. That's okay, that's okay. По корпусу бьет представитель Ирака. Еще одна двойка. Прям прошивает блок соперника. Еще один нокдаун. И продолжается поединок. Джеб. Поддавливает сейчас боксер из Ирака. Так немного уже болтает спортсмена из Йемена. Тут плотная серия в корпус. Как бы это ни закончилось еще одним нокдауном. Низко наклонив голову, пошел вперед боксер из Йемена. Раунд окончен. Ну что, друзья, безусловно, доминировал представитель Ирака все эти два раунда, оформил два нокдауна. Ничего не остается его визави из Йемена, как только лишь демонстрировать силу духа и продержаться еще 3 минуты. Карави Хайдер Абдулритха продолжает атаковать. Бросается на него вот так немного опрометчиво Мохаммед Мансур Али Заид. Пытается боковыми набрасывать, но тут ничего не долетает. О, хорошие, плотные.
удар. Боковой в голову пытается бросать Заид. Ну и тут уже, видимо, наверняка старается дорабатывать Карави Хайдер Абдулритха. Особо не рисковать. Понимает он, что поединок хорошо складывается. А вот сейчас боковой-то пропустил такое редкое удачное действие в исполнении йеменского боксера. Еще один нокдаун. На последней минуте этого противостояния, что делает исход этого соперничества более чем понятным, очевидным. Как бы сейчас ни старался Заид, представитель Ирака на порядок сильнее, техничнее и обученнее. Ну вот еще одна серия, которую фактически играючи выбрасывает Карави. Хлесткий удар с передней руки в исполнении Карави. Да, и здорово разрывает дистанцию боксер из Ирака. Поединок окончен. Послушаем официальный вердикт. Да, заслуженная, закономерная победа Абдулритха Карави Хайдера. Наши поздравления боксеру из Ирака. Еще раз посмотрим повтор, дорогие друзья, и будем ждать следующих поединков.